Сейчас мы открываем в новом завете. Это последний стих. А сейчас мы открываем в новом завете. Книга Луки, глава 13. А сейчас мы открываем в новом завете. Книга Луки, глава 13, стих 1. А сейчас мы открываем в Новом Завете. Книга Луки, глава 13, стих 1. Мы сейчас прочитаем от 1 стих до 3 стих. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Слушайте внимательно в 3 стих. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Если не покаетесь, все так же погибнете. Если вы не будете покаяться, вы все будете умирать, как эти люди, которые Пилат убивал или убил. Надо слушать. Надо покаяться. Сегодня это очень нужно. Если вы смотрите телевизор, вы узнаете, что или вы же видели там в телевизор, что они показали, и они показывают, что все страны, они собираются на войне. Это будет последняя война, третья мировая война. Это будет последняя. И тогда в это войне или после этой войны будет Иисус Христос. Но мы не будем точно, когда это будет. Это день, когда Он будет. Но мы знаем, что эти третья война будет последней. А вы не знаете, что будет завтра, если вы будете жить или нет. Поэтому это очень, очень нужно, что мы будем покаяться. Надо покаяться, потому что мы не знаем, когда Иисус Христос, наш Спаситель, будет здесь. А если вы будете в греков, вы будете умирать. И все. Если вы еще в греков, вы будете умирать. Еще раз. Если вы уже не покаяться, если вы уже не покаялись,
вы будете умирать. Если вы уже не покаялись, то когда Иисус Христос будет здесь, вы будете умирать. Еще раз, если вы уже не покаялись, вы уже не начаются, как сказать, соблюдать эти все законы и верить в Иисус Христос, черный Мессия, наш Спаситель. А вы еще в греков. Братья мои, сестры мои, вы будете умирать. Вы будете умирать. И все. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.